Привет, друзья! Я специально записал себе такую шпаргалку, конспект для того, чтобы не забыть, о чем я хочу сказать, потому что когда хочется большой объем материала вместить в несколько строчек, это сложно получается у всех, всегда. Поэтому я не исключение. Почему надо беречь нашу школу и развивать ее? Потому что мы не ценим в себе самое хорошее – человечность. И мы даем нашей школе новую парадигму обучения. Наряду с повторением мать-учения даем принцип подбора индивидуального путем перебора по критерию максимальной простоты и комфортности, как это и в жизни люди делают. Они всегда ищут там, где им проще, и с большим эффектом, и с удовольствием могут что-то делать. Правильно? А это модель жизни. Поэтому называется ключ. Подбери ключ себе. Вот когда ты подбираешь действия по критерию максимальной простоты и комфортности, ты снимаешь стресс и выходишь на состояние нуля, в котором ты можешь эффективно восстанавливаться или настраиваться к любой деятельности. Да. Вот что такое призвание. Афоризм сейчас подарю. Призвание – это то, что при реализации своих способностей, без чего вы жить не можете. Это ваше призвание. Наша школа «Человек будущего» помогает всем, независимо от религиозной, национальной принадлежности, страны, в которой проживаете. Это кузница межчеловеческих отношений, помогающая соединить массовый подход с индивидуальным подходом. Вот это важно. Вот что мне написал наш активный участник школы «Человек будущего» Homo Futurus Олег Польщиков, мой друг и коллега. Дорогой Хасай Магомедович, сегодня Международный день учителя. От всей души поздравляю вас. Вы своими открытиями, темпераментом, добротой, целеустремленностью многому научили меня и помогли сформировать свою уверенно адекватную картину мира. Вы не гуру, ведущий за собой адептов в одном известном ему направлении. Вы учитель, помогающий каждому найти свой путь. О, как здорово сформулировано отличие между гуру и учителем. Да, здорово. Ну, примите мою самую искреннюю благодарность за все. Олег, дорогой мой, спасибо тебе. Да, спасибо тебе сердечное, здоровья тебе и творчества дальнейшего. Любовь Абакумова мне написала в комменте. Спасибо сердечное, дорогой Хасай Магомедович, за уникальный метод ключ, ваше объяснение, разъяснение, пояснение в деталях и личный пример. Внутренняя свобода и равновесие – единственная возможность мыслить реально. Да, о, как интересно. Внутренняя свобода и равновесие – единственная возможность мыслить реально, поступать адекватно, находить единственное правильное решение. Когда это осознаешь, захватывает дух от грандиозности вашего подарка. Саморегуляция на основе личных, инстинктивных, защитных реакций. Ничего навязанного. Доброта планетарного масштаба. Спасибо, дорогая любовь. Это активные участники нашей школы «Человек будущего» Homo Futurus. Наша школа всегда идет впереди времени. Потому что в нашей школе даются такие изобретенные впервые в мире правила и принципы индивидуального подбора приемов по критерию максимальной комфортности и простоты, потому что, как написала Любовь Абакумова, они основаны на естественных инстинктивных реакциях человека по самой природе, ничего искусственного. Вот что главное, да. Скорость и простота достижения нуля – в этом методе, и настройка на восстановление, раскрытие потенциала изобретательности человека. А там, в этом методе, триггерные переключатели – это и есть приемы ключа. Триггерные переключатели, которые могут на основе подбора путем перебора как раз-таки быстро выводить человека из стресса большого, от пика перенапряжения к нулевому состоянию глубинной душевной безмятежности, к этому равновесию. Я раскрываю то, что написала Любовь Абакумова, расшифровываю. А как я создавал эти приемы, например?
и как их совершенствуют наши участники нашей школы, как они их развивают, применяют, обмениваются в школе опытом, там, прямо в интернете. И в книгах у меня об этом написано, их имена и фамилии, какие приемы они разработали на основе ключа. Это же здорово, такая школа, где такие быстрые методики, даже, можно сказать, сверхбыстрые, чего нету в других методах мира. Нет такого принципа «подбирай себе то, что тебе проще всего, и то, что тебе приятнее». И когда ты так перебираешь варианты разные, да, ну, участники школы знают, о каких приемах речь идет, там их десятки, сотни, плейлист, новые приемы, посмотрите. Там полно их, за 70. Так вот, я вам что хочу сказать. Именно потому, что в нашей школе человечность развивается, именно потому, что изобретательность развивается, именно потому, что приемы сверхскоростные, простые, естественные, доступные всех и каждому, и то, что мы создаем совместно все люди из многих стран мира, науку человечности, ну, это, я считаю, именно то, что сегодня глобально и важно. Потому что это и такой базовый нулевой урок, который можно в любой школе преподнести, и в школе по физкультуре, и в школе музыкальной, и в школе по акробатике, и в школе по фехтованию. Базовый урок. Ну, и обычной школе, конечно. А вот смотрите. Мой друг подарил монографию. Михайлов Николай Георгиевич, мой друг многолетний. «Физическая культура в условиях цифровой трансформации образования». Монография. Во второй главе о методе ключ. О, как замечательно. Сейчас в интернете гуляет, кто-то взял и сделал, даже не спрашивая согласования никакого. Две книжки точно гуляют. Самая первая 90-го года моя, «Ключ к себе», аудио гуляет. Кто хочет, берет, находит и слушает. И вторая книжка вот эта вот, которая называется «Метод ключ от комнаты страха твоего мозга. Заставь стресс работать на себя». Чего в школе у нас дается? Использование энергии стресса, энергии страха, о которой я уже вторая книжка вышла. «Белые стороны черной дыры страха. Новые приемы». Так вот же, это наша школа. Тут у нас все участники. Это организм. И наша эмблема вот стоит. Вот она слева. Человечек, звезды над нами, космос внутри нас. Ну, это просто то, что нужно сегодня всем и каждому, и во всех странах, чтобы сократить кризисы и войны. А как же? Надо беречь и развивать нашу школу. Приемы, триггеры. Смотрите, как интересно. Которые основаны на естественных, инстинктивных защитных реакциях человека. Каждого из нас. Да. В осознанном использовании то, что мы делаем, порой бессознательно. То, что мы делаем порой бессознательно, когда мы пытаемся решить какую-то проблему, мы совершаем некие инстинктивные действия, и вот сознательное их применение в виде упражнений, а сам подбор этих приемов развивает личность. Это очень интересно. Представьте себе, я говорю о базовом тренинге, о базовом уроке, нулевом уроке в любой школе, в то же самое время, не просто который помогает снимать стресс у людей, а использовать энергию стресса для изобретательства, для творчества любого вида, чтобы лучше танцевать, чтобы лучше обучаться математике, переводить различные языки, осваивать их и так далее. Ну, слушайте, это школа «Человек будущего», поэтому и надо ее развивать и беречь, и беречь. И в традициях нашей школы никогда не банить ничьих комментов, какие бы они ни были. Ну, кроме мата, естественно. Да, я поэтому вам объясняю, друзья, кто этого еще не знает, у нас только одна антистрессовая политика, другой политики мы не касаемся. И поэтому прошу вас, не пишите провоцирующие такие комменты, которые заставляют меня нервничать, потому что... Не потому, что я отмалчиваюсь
и не говорите своей позиции. Я свою позицию уже выставил, посмотрите в ролике. Давно уже. Не потому, что я отмалчиваюсь, за кого болею, за кого не болею. Да нет. Потому что канал надо беречь и развивать. Потому что вот так вот есть другие каналы, где, пожалуйста, пишите о политике. А мы не занимаемся этим, потому что мы занимаемся глобально, чтобы безобразия было меньше. Вот же о чем речь идет. А то получается, что это пролетает мимо вас, и вы не замечаете. Не пишите, пожалуйста. Вот это кликушество, и вот это вот казачок-то был засланный, вот это мне не нужно. Не нужно. Вы поймите, я же вам даю то, что вам лично нужно. И вашему соседу, и человеку в другой стране, чтобы мы все были человеками, потому что на самом деле человечность – это то, что нас отличает от животных. Да, друзья? До встречи.